уже гуляли, сейчас вернулись домой, да, Гришенька, быстренько. Чтобы забрать вот эти пакеты, 4 пакета, хочу его Чиндем сейчас отвезти, сейчас папа нас отвезет и купоны получить. Ну, вместе с папой сдам, потому что там не более 2 пакетов можно сдать. Сдать можно сколько угодно, но не более 2 купонов за раз получить. Вот у меня девочка такая, старушечка. Девочка-старушечка. Уже я закончила. Сейчас я ее шинечек одену. Скоро за ней придут. Я бы ее пораньше закончила. Но меня по телефону отвлекли. Пока я разговаривала туда-сюда. И времечко прошло. Вот. Вот так вот, да, тебе делают ошейничек. Так, дай-ка подровняю еще. Вот так вот. Очень мой хороший. Хорошенькая. Девочки, какое-то состояние, я не понимаю, от чего это. Какое-то... Вообще, мне хочется то ли полежать, то ли что. От чего это? То ли погода меняется, то ли старость. То ли это старость все наступает. И так ощущаешь такие изменения какие-то. Давление, наверное, низкое. Ну, нет, сейчас все равно пойду в магазин. Мы, кстати, были в H&M. Я здесь еще пакет с обувью. Но сказали, они обувь не перерабатывают. Поэтому я с собой притащила. Надо выкинуть здесь рядышком. Помойка уличная есть. Вот, я получила купоны 4, получается. И по быстрому времени было ограничено. Купила такую кофточку. Вот с длинным рукавом. ХБшек таких у Гриши мало. Вот она ему немножко длинновата. 98. А 92 уже видно, что после сушильной машины подсядет немножко и будет уже коротковато совсем. 350 рублей. На кассе она стала пробивать. Оказалось, еще на 50 рублей дешевле. И плюс еще скидка по купону 15%. В общем, за 250 рублей такая хбшная штучка. Мимоходом просто из любопытства заглянули в Glory Jeans. Там куча барахла. В общем, я сейчас пойду в Glory Jeans, Грише надо футболочки взять и, может быть, еще такого формата. Посмотрю, почем там продаются кофточки. Вот, так что сейчас схожу, посмотрю, подкупить надо. Так, у него всяких теплых кофт хватает, джинсики еще вроде есть. В общем, надо посмотреть, обновить чуть-чуть. Совсем немножко, потому что, в принципе, одежды у него предостаточно. С длинным рукавом только одна кофта у него. На выход есть. Девочки, я уже в H&M. Вот она я. В общем, сейчас померила 2 такие блузочки. Прикиньте, по 150 рублей. Для дома. Я так подумала, 150 рублей? Почему бы для дома не взять? Знаете, когда стала мерить, не знаю, что я камеру не достала. Но смотрится даже вполне очень даже симпатично. Думаю, дома, для дома за 150 рублей просто идеальный вариант. Вот. И уже Glory Jeans там купила Гришаньке. Сейчас еще в детский отдел сюда зайду. Подкуплю с длинным рукавом кофточку. А может, 2. Посмотрю. Так, девочки, покажу, что я купила. Гриша, значит, вот такую пижамку купила. Тут, если что, можно будет подвернуть. Но написано 98 ростовка. Но с учетом, что может в сушильной машине она подсохнуть. Ой, подсохнуть это, усесть. В общем, такие 2 пижамки, они в комплекте шли. 700 рублей со скидкой, то есть 350 рублей, это пижамка получается. Качество H&M, пижамок очень классное. У нас были пижамки, и была пижамка, подружка отдавала от своего сына, и просто сносу не было этим пижамкам. Потом что взяла вот в H&M, такие 2 3 получается. Набор синий, белый и такую яркую желтую. Сейчас вот как раз к похолоданиям. Просто вот одеть, когда, да, уже с коротким рукавом вроде прохладно, а вот такую и под курточку. Когда под куртку теплую кофту еще
Жарко, а такое просто идеально. Потом себе для дома по 150 рублей. Представляете, вот это вот 150 рублей. Вообще супер получается. И вот это вот 150 рублей. Просто не деньги. Такая блузочка. Вот. Ходить дома. И еще футболочки тут Гриша взяла. Покажу вам. Такая вот 92 ростовка вот эта. А дальше уже идет 104 у них самое такое. 98 нету. То есть вот идет 104 почему-то. Я не знаю почему. У них футболки в Glory Jeans либо 92, либо сразу 104. 98 у них куда-то делся. Так, а все. И Владу там заказик пришел, сюрпризик. Потом при нем распакуем. Без Диккенса никуда. Диккенса тебе ничего. Ничего тебе не надо. У тебя все есть. Представляете, вот это хлопок и вискоза, оказывается, вот эта блузка. А вот половина того. А вот это вискоза и 5% полиэстера. Представляете? Еще и ткань-то натуральная. Вообще идеально. Не проси. Ну нету тебе ничего. Тебе не нужна одежда. Не нужна тебе одежда. Ну, как тебе пицца, мамина? Ну, сядь ровненько, не балуйся. Ты мой хороший. Ты как кот Матроскин ешь прям начинкой. К языку. Да не горячо, остыло уже. Артист ты мой. Ой, самолеты там летают, да? Самолеты. Гриша любит самолеты. Видишь, как там внутри? Кушай, мой зайка, кушай. Я, да, когда прибежала, я делала пиццу. Не помню, я снимала, девочки, или нет. Я что-то так везде бежала после работы в магазин, с магазина домой. Увидела, что муки нет за мукой. Валберес заказ забрать. Прибежала, быстрее тесто замесила и испекла. И мне кажется, я ничего не сняла. В общем, вот. Да, вот папа потерял ключик от этого ящика. Так бы сейчас ему очень пригодилось. Видите, тут ничего нет. Догадайтесь, почему такой ящик поставил. Смотрите, сапог. Как в нашем доме можно неожиданные иметь вещи в неожиданных местах обнаружиться. В общем, да. Гришанька тут сейчас с ключами возится. У себя такой деловой, ему надо накинуть какую-нибудь кофту и вот так вот ходить. Сейчас пыталась его убедить, что надо снять памперсы и в обычных трусах ходить. Пытаюсь горшку, но пока, девочки, это просто вообще никак просто. Ну ладно, я надеюсь, что все-таки все нормально. Ну, в любом случае, конечно, научится. Просто хочется, чтобы уже, потому что возраст 2 года, он у нас в памперсах ходит. Как-то 2 года уже, конечно, можно и в горшок ходить. Вполне нормально. Хотя сейчас вот когда все современные психологи все говорят, что до 3 лет вообще нормально не переживать. Подожди, Гриша. До 3 лет не переживать, и формируется вот это понятие горшка у детей до 3 лет. Именно осознание. Не рефлекторное, как вот раньше в советское время, в год, да, все ходили на горшочек, даже раньше, а именно осознание. Ну, вставай сам вот на табуреточку, посмотришь в окошко. Ой, смотри в окошко. Она сегодня позвонили из детского садика, и послезавтра я схожу на, как сказали, собеседование. Почему-то сказали не... Так, на подоконник не надо. Видишь, что цветов много. Что почему-то на собеседование сказали без ребенка, что просто с родителем. Собеседование с родителем.
Вот, так что пойдем. Интересно, что скажет нам. Наверное, по идее, с сентября пойдем мы в садик. Мы. Я хочу в садик, там спят и кормят. По поводу ремонта в этой комнате в детской. Так, не лазь в землю, господи. Ну ничего сказать нельзя. Ты везде с тобой глаз да глаз. Вот вообще, Гриша. Ну что такое? Вот, здесь ремонт, пока вот мы постепенно, наверное, так будем, да, как по мере взросления. Но я вообще, если честно, хочу именно уже оформить эту комнату где-нибудь через полгода. И по весне, наверное, к лету, чтобы Гриша уже переехал полностью в эту комнату. Но будет зависеть от этого, знаете, там кризиса 3 лет, как садик, как вот эти все болячки будут. То есть, естественно, когда там ребенок часто вот если что болеет и так далее, там какие-то, если у него вот как раз увижу, что слишком кризисный такой момент психозный, то какие-то еще новшества вносить в виде там переезда его в отдельную комнату, такое, естественно, я не буду. Но, знаете, мне хочется, чтобы она была полностью оформлена, чтобы вот вся его деятельность игровая была в этой комнате. А не у нас. Но мне хочется, чтобы у нас уже тут было уже более все уютно. Так, заберу телефон. Гриша уже убежал на кухню. Такой. А тут такой у нас бардак. И вообще потом как-нибудь... Ну, вы, в принципе, так все видели, что там попадает в кадр. В той комнате у нас только стеллаж книжный получается. Этот телевизор на страшной тумбе-юмбе. В общем, от телевизора, от тумбы-юмбы избавляться надо и от дивана. Очень жалко, что у нас сейчас дачи нету. Мы бы этот диван благополучно отвезли бы на дачу. Вот, а так как бы выбрасывать его совсем не хочется. Так что да. Привет, вот тебе вот. Вот. Что-то там квас купил. Да. Холодный, тяжелый. Ой, Гриша, холодный. Ой. Какой-то непонятный квас. Хлебный квас. Привет, давай дверь закроем тогда. На... Привет. 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 Так он руку тебе дает. Что ты? Я куражку попросил. Это моя папа. Это папа. Ты как папа, да. Оля, я же понимаю, что он хочет. Между прочим. Панаму свою кинул. Привет! Что ты ему тут купил? 2 булочки. Ой. Джо, это мой мальчик. Маленькая она тебе. Ой, большая. Маня. Маня. О, Маня отдел. Я обратно себе. Это такой смешной. Тянешь мальчишек личные инструменты. Да. Ты хочешь папе, ну это одевать. Снял кофту. Ты кто ты такой смешной? Тут как папа, да? Это не ковыряй, там и папин эти. Ты что? Давай. Нельзя, Гриша. А то папа завтра еще не замечает. Они все бежали, а потом, когда мы справа напали, ничего не побежал. Я для тебя сюрприз. Давай. Ну что ж ты, а то селя. Я тебе булочку купил, малыш. Смотри. Тихо, да. Папе будет сейчас. Папа булочку тебе купил. Смотри, какую интересную. Он сейчас пиццу ел. Смотри, булочка. Последняя изюминка моего канала, муж в трусах, теперь в шортах. Все, весь это как экшен пропал. Нормально они, не плотные? Да, хорошо. Теперь буду в зимние вечера ходить в теплых трусах. А что ты снимаешь? Ходи теперь в шортах. Что дано? Все? Ой, Гриша дает. Потом это будет пукать сильно. Пишет, крест еще одел. На ниточке. Вау, какая-то дорога классная. Иди Гриша. Сюда, катай, нять, по дороге, иди. О, здорово. Иди сюда. Гриша. Куда ты пулка пошел? Папа с кем играет? С мамой, что ли?
Кто, наверное, попросил эту дорогу достать, да? Я помню. Ты сам решил? А, ты достал. Просто он сегодня уже меня доставал, мы с ним играли, сейчас вечером сидели. Тут как-то замысел есть, ее можно всю сделать кольцом, понимаешь? Классно, слушай-ка. Ух ты! Видение у него, я это так понял, вот так вот. Корздец просто, это уже не видно. Классно, точно. Еще мостика не хватает. Поцеловать маму сразу. Ой, ты моя прелесть. Мама стала ворчать за человечков, которые он тут раскидал. Гриша сразу тут маме так. Осторожно, мне так. Он понимает, засранец, что он сейчас листит. Держись. Do not enter, нет входа. Слышь ты, а Садник, ты там держишься, нет? Или бубух и слезы потом? Конь у тебя блатной, татуированный. Туда-сюда может ходить конь. Что это? Ты хотела ему трусы одеть, а он это не дал. Не захотел. В памперсах решила остаться. Подошел.